Константин Генич сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. На экране состав команды «Хозяин». Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Нам показывают состав команды гостей. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Теряет удар! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Константин Генич сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. На экране состав команды «Хозяин». Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Нам показывают состав команды гостей. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Теряет удар! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Мяч перехвачен. Шанс организовать. Константин Генич сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. На экране состав команды «Хозяин». Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Нам показывают состав команды гостей. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Теряет удар! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Мяч перехвачен. Шанс организовать. Константин Генич сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. На экране состав команды «Хозяин». Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Нам показывают состав команды гостей. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Теряет удар! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Мяч перехвачен. Шанс организовать. Константин Генич сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. На экране состав команды «Хозяин». Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Нам показывают состав команды гостей. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Теряет удар! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря.
Мяч перехвачен. Шанс организовать. Константин Генич. Сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. На экране состав команды «Хозяин». Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Нам показывают состав команды гостей. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Теряет удар! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Мяч перехвачен. Шанс организовать. Константин Генич. Сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. На экране состав команды «Хозяин». Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Нам показывают состав команды гостей. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Теряет удар! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Мяч перехвачен. Шанс организовать. Константин Генич. Сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. На экране состав команды «Хозяин». Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Нам показывают состав команды гостей. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Теряет удар! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Мяч перехвачен. Шанс организовать. Константин Генич. Сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. На экране состав команды «Хозяин». Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Нам показывают состав команды гостей. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Теряет удар! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Мяч перехвачен. Шанс организовать. Константин Генич. Сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. На экране состав команды «Хозяин». Тройка нападения выглядит внушительно. И игроки, отвечающие за оборонительные действия, тоже хороши. Нам показывают состав команды гостей. Какая скука! Неужели нельзя было выбрать схему поинтереснее? Ау! Посмотрел бы я на тебя в роли тренера. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Теряет удар! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря.
Мяч перехвачен. Шанс организовать...